Всем привет! Получила очередную посылочку с iHerb. Хочу показать вам, что же я приобрела. Сначала покажу вот такой вот сыр, тофу. Вот я открыла, то есть полностью пачечка форме сыра. То есть какая пачка, такого же размера идет сыр. Здесь 350 грамм. Вкус, как и должен быть, безвкусный. В общем, мне понравилось, буду использовать для приготовления чего-нибудь. Так, следующее, что есть у нас, вот такая вот аромалампа. Так, снизу вставляется свечечка, в комплекте не идет. Сверху блюдце. Блюдце наливается водичка и капается аромамасло. Все было надежно упаковано, вот ее коробочка, ничего не разбилось. Так, в общем, рекомендую. Я смотрела на Али аромалампы такого же вида, дороже выходит. Так, следующее, что я заказала, вот такой вот панда лакрицу. До этого я брала в первом, по-моему, заказе бордового цвета пачечку, ту мы съели, а эту отказались кушать все в семье. Я даже не могу описать вкус. Травяной, не травяной, какой-то. Ну, в общем, невкусно. Так, следующее, что я вам покажу. Сейчас по акции идет вот такой вот кофе за $3.95. Я взяла два вида, но пока еще не открывала. Но здесь есть дырочки, можно почувствовать аромат. Аромат хороший. Я просто недавно открыла итальянскую баночку, поэтому не хочу, чтобы выветривалось кофе. Там, по-моему, их три вида. Ну, не сомневаюсь, что он хорош. Кофе молотый. Я думала, что он в зернах. Этот кофе молотый. Так, вот немножко изменилась баночка витаминок тачек. Есть они в моих прошлых обзорах. Мармеладочки в виде тачек. Еще я заказала довесок, вот 4 пачечки вот таких вот печенюшек. Они, то есть за доставку уже деньги не брались, позакидывала, там доллар с чем-то стоит, но они пришли мне совсем раскрошившиеся. Обычные печеньки, вкусные, но вот то, что поломанные пришли, они в виде зверюшек должны быть. Детям понравились, вот одну пачку я оставила даже. Брала ванильные 2 штучки и 2 штучки вот с шоколадными капельками. Так, из бесплатностей еще одна помадка. Так, по отзывам взяла вот такой вот как лосьон для снятия макияжа с глаз. Что могу сказать? Упаковочка удобная. Здесь вот удобно выливаться, но я на данный момент пользуюсь кремовым лосьоном, и как бы он нежнее убирает макияж с глаз, а этот водянистый, вот обычно много наливать надо на диск, убирает макияж хорошо, но происходит как бы трение, да, в области глаз, кожи вокруг глаз нежная, поэтому я думаю, что не нужно, да, лучше использовать кремообразные лосьоны. Он мне не понравился. Так, следующее, что я заказала, это к своей палетке еще одну дополнительную кисточку для скошенную для теней. Такая тоже была уже в моих обзорах. Потом из бесплатности положили вот такую вот шапочку. Прошлые посылки вообще ничего бесплатного мне не положили. Следующее, значит, я заказала вот такой вот, я заказывала порошок на 100 стирок, там внутримерная ложечка. Мой еще половину даже я не израсходовала, но как бы меня устраивает, чем с супермаркетов таскать по 5 килограмм Ариэль и все в этом роде. Мне так удобнее, курьер принес домой и надолго хватает. Единственное, как бы, меня все устраивает. Единственное, сыну белые рубашки.
И кимоно я стираю с Ариэлем и либо сюда добавляю ваниш. Потому что белоснежных рубашек просто с использованием этого мне не получилось. Во всех остальных вещах он меня устраивает. Так, заказала цукаты из имбиря. Это для любителей имбиря. Аромат потрясающий. Вот так вот они выглядят. Ну, у меня в семье, кроме меня, никто не ест. Я варила себе имбирное варенье, тоже никто, кроме меня, не ест. И вот такие вот цукатики. То есть с чаем можно съесть один лепесточек. Тут достаточно много, надолго хватит. Но обращу ваше внимание, что имбирь надо сначала почитать, нет ли у вас противопоказаний. То есть к ряду каких-то болезней, какие есть у человека, нужно, возможно, запрещено вообще употреблять имбирь в любом виде в пищу. Так, решила попробовать орешки бразильские. Вот так вот они выглядят. Ну, что сказать, орешки как свежие, но немножко особого вкуса, в общем, у них нету, они как бы немножко безвкусные. Что ешь, что не ешь. 340 грамм в этой упаковке. Имбиря тоже 340 грамм. Так, и вот с прошлого видео я заказывала миндаль себе. Вот еще не буду открывать, еще пачку миндаля взяла. Тут 454 грамма и две пачки пекана взяла. Тут тоже по 340 грамм. В общем, орешки мне очень понравились. А хербовские буду заказывать. И вот такие ложечки купила тоже от Манчкин. Они достаточно большие. Своему ребенку еще не показывала. Я купила для маленького ребенка на сувенирчик. Но боюсь, что мой увидит и никому не отдаст. Прикольные ложечки, разноцветные. 6 штучек. Вроде бы все показала. Если, как обычно, что-нибудь забуду, добавлю под видео ссылочки. Всем спасибо, что смотрите канал. Всем пока!